Сегодня 21 апреля, и ты наверняка уже смотришь это видео. Я не буду много говорить, скажу лишь то, что сегодня твой день. И каждый из нас попытался вложить частичку любви к тебе в этом видео. Надеюсь, тебе понравится. Я люблю тебя, Форза. Ты все знаешь. Макс, поздравляю тебя с юбилеем. Здоровья тебе, поменьше травм, удачи в карьере, долгих счастливых лет вам вместе с Юлей. И помни, если приложить достаточно усилий, можно покорить даже самую неприступную крепость, что мы уже и доказали. С днем рождения! Hi, Maxi. Happy birthday from Malta. 25 years, man. It's a quarter of a century, actually. I wish you luck for your career and happy birthday once again. Bye. Бендерская коллегия судей в полном составе поздравляет тебя с днем рождения, желает тебе благополучия, счастья, здоровья, футбольных успехов, чтобы жизнь твоя всегда была наполнена радостью, успехами, ну и чтобы главное в семье у вас наконец-то долгожданно появилась лялечка, чтобы было ради чего жить. Все вместе и с днем рождения! Просто так не падай. Фокса, брате. Happy birthday, wish you all the best, and I hope you soon find a better club for you, because you deserve that. Okay, enjoy, and again, wish you all the best. Сука, блядь, пиздец. Тряпочка, с днем рождения тебе. Много счастья, успехов, и чтобы твои родители, твоя жена всегда гордились тобой. Только победы, только вперед. Давай. Hey, Foxa, my friend, happy birthday. Hope everything is well over there and you have a great day from Gozo. See you, my friend. Hope to see you soon. Say hi to Julio for me. Братан, тебе здоровья. Счастья. И я знаю, что обязательно у тебя все сбудется. Что еще хочу сказать? С днем рождения. Там пацанчик, футболист. Еще лучше, чем Рональдо. И чтоб семья, твои близкие были здоровы и счастливы. Здорово тебе. С днем рождения еще один раз. Макс, передаю тебе свои поздравления из северной столицы. Ты уже совсем старый стал. 25 лет тебе. Держись там, не рассыпайся. Но если серьезно, желаю тебе удачи во всем. Желаю тебе процветания, желаю тебе хорошей карьеры. Я надеюсь, что она у тебя только начинается. И думаю, что все у тебя получится. Я тебя люблю, давай. Hello, Max! Happy birthday! Макс, поздравляю тебя с юбилеем 25. Это ни много и ни мало. Желаю крепкого здоровья, карьерного роста, чтобы хоть кто-то из нашего возраста добился чего-то. Семейного благополучия и, конечно, побольше деток. С днем рождения еще раз. Максимилиан, здорово! С днем рождения тебя, дорогой! Здоровья, счастья, успехов! И не вешать нос! Давай, мы тебя любим! Брат, поздравляю тебя с днем рождения! От души тебе желаю всего самого лучшего! Братишка, с днем рождения тебе желаю счастья, удачи, успехов тебе, чтобы семья была здорова. Я рад, что мы познакомились. Надеюсь, в будущем еще заиграем в одной команде. Целую, обнимаю, с днем рождения. Привет, Макс. С днем рождения тебя. Дай Бог здоровья. Дай Бог, что в этом году ты попаще стал. Всего хорошего. Удачи, здоровья. Все пожалуйста. Большой привет с Малты тебе. Hi, Max. Happy birthday to you. Bye. Привет самому умному, доброму и просто красавчику, футболисту Максу от всех фармацевтов. Сегодня твой день рождения. Я хочу пожелать тебе огромного карьерного роста, крепкого здоровья, счастья, любви, сигрюли. С днем рождения, братуха. Мой любимый пупсик. Я очень тебя люблю. Тебя, пупсик. С днем? Рождение тебя, мой крестный. Воздушный поцелуй. Максимочка, поздравляю тебя с днем рождения.
Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви, успеха во всем и достижения всех твоих целей. Знай, ты самый лучший братик. Я тебя очень люблю и всегда тебя поддерживаю. Поехали, работаем. Макс, привет, мы твои друзья, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья, больших и громких побед, и чтобы у тебя всегда все получалось. Вам с Юлей крепкой, большой семьи, много детишек, взаимопонимания и гармонии. С днем рождения, Макс! Макс, привет, это Макс и Маша. Мы шлем тебе поздравления наши. Хотим сказать в твой день рождения. Теплые слова без тени сомнений. Желаем тебе новых побед, счастливых, прекрасных и долгих лет, футбольных высот и забитых мячей, с Юляшей вырастить славных детей, незабываемых впечатлений, ярких моментов, получать свой адрес, море комплиментов, служить опорой любимой жене, в любой ситуации быть на коне, чтобы был любим и сам любил, чтобы свет и тепло в сердце хранил. А если вдруг приключится беда, знай, жена и друзья будут рядом всегда. Записали, записали. Сейчас они там подрежут чуть-чуть. Поехали, работаем. Какой серьезный повод, и мы смеемся. Пишем? Да.